Итоги работы подвели в городе над Бугом руководители районных и городских представителей с ДСАФ региона. Поставленные год назад цели и задачи были успешно реализованы. В условиях конкуренции на рынке оказания услуг населению коллективы ДСАФ области достигли неплохих результатов в финансово-экономической деятельности, активно реализуя при этом целый комплекс мероприятий. Это заслуга коллектива, то есть личная ответственность каждого работника за свою работу. Ну и заинтересованность в общем деле. Трудовые коллективы Брестской областной организационной структуры ДСАФ вносят реальный вклад в практическое выполнение важнейших государственно значимых задач. Патриотическое воспитание и подготовка молодежи к военной службе. Активное вовлечение юношей и девушек в спортивные объединения по интересам. Как итог, в республиканских и международных соревнованиях в 2015 году приняли участие более 200 берестейских спортсменов, 134 из которых стали победителями и призерами. Еще одна задача – обучение вождению. Как из вчерашних пешеходов сделать настоящих водителей, знают инструкторы ДСАФа. На их плечи ложится большая ответственность. За сравнительно небольшой промежуток времени подготовить хорошего водителя, умеющего не только маневрировать, но и принимать правильные решения в нужный момент. Хорошее подспорье для этого – укомплектованная материально-техническая база и талантливые педагоги, которые стремятся к постоянному совершенствованию образовательной системы. Работа коллективов ДСАФ в 2015 году соответствует целям и задачам, которые определены главой государства в указе 336, законе о государственно-общественных объединениях, ну и собственному уставу нашего ДСАФ. Лучших результатов добились коллективы Пинской районной организационной структуры ДСАФ, Кобринско-Малорицкой межрайонной структуры, Лунинецко-Ганцевской межрайонной и Ивановской районной. И здесь мы можем в городе Бресте отметить коллектив Центра повышения квалификации имени Карбышева. Не осталось без внимания и так называемая праздничная тема. Объединение совсем скоро отметит свое 90-летие. Брещан, как и белорусов в целом, ожидает большое количество сюрпризов, на один из которых в областном представительстве уже приоткрыли завесу. В рамках юбилея из Бреста будет стартовать большой автопробег. Брест, Минск, Витебск, Санкт-Петербург совершаем автопробег. Большая остановка запланирована в Витебской области, в местах мемориальных, именно вот в местах боев. Анастасия Ноздрин-Плотницкая, Дмитрий Хрущ, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.